Ну, когда предложили мне роль в замечательной в этой сказке «Конек-горбунок», царя еще тем более. Какой дурак отказался бы сейчас от роли царя? Это искусство, это великое искусство, чтобы рассказывать историю при помощи своего тела, при помощи пластики под красивую музыку. Это искусство, великое искусство. Я счастлив, что я оказался в балете, и уходить отсюда больше не хочу.